Всем привет! Сейчас я покажу, как нужно смазывать дрель. Вот она дрель. Вот я ее уже забрал, выкрутил все шурупы. Так. Прям смазку вот такую литол. Смазать нужно вот тут и вот тут. Потому что это переключатель на отбойный молоток, он вообще тут сухой. Сейчас даже покажу. Вот тут совсем все сухенько, из-за этого металл сжирается. Ну и клинит постоянно. Вот видно, что там все сухо и металлические опилки. Смазка должна быть густая. Берем вот так и туда. Не получается. Берем, значит, отвертку и пихаем туда. Сюда. Поворачиваем. Бежала смазка. Так уж размазал. Погуще. Меньше был износ. Так. Вот это у нас переключатель. Дробилку и на обычное сверло. Даже сейчас не могу переключить. Заклинил, потому что не смазывал. На усилие. Ну и потом собираем дрель, как все промазали. Главное ничего не задеть, вот тут проводочки. И все. И так продлеваем жизнь дрели. Вот и все.